Я сейчас на Александерплац, вот тут это телевышка, и тут раздают бесплатную еду, вот, и мы сейчас будем кушать, нам очень повезло, очень много вкусной еды. Стоим в очереди для бомжей, и тут дают бесплатную еду, все едят, и, короче, мы хотим тоже есть, поэтому мы стоим и надеемся, что нам тоже дадут еды. Нам дали вот такую еду, тут макароны, салат с соусом и какая-то подливка вегетарианская, потом бутерброд вегетарианский, потому что я ж не ем мясо. И вот парням дали с мясом, вообще очень круто, бутер и огромная тарелка еды. Я последний раз только в ресторане ел. Да. Вот ребята уже едят. Вот, короче, и пьем. И пьют. На десерт нам дали еще кучу фруктов вкусных. Так что приезжайте в Берлин и чусики!